Конференция «Научно-техническое взаимодействие и реализация программ внедрения новых научных разработок на промышленных предприятиях» проводится по инициативе двух ведущих вузов Самарской области – Самарского государственного университета и Самарского государственного аэрокосмического университета, а также Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России. Главная тема, которую обсуждали участники конференции – как организовать эффективный механизм сотрудничества Самарского национального исследовательского университета, создаваемого на базе СГАУ и Госуниверситета, и крупнейшего российского производителя автомобилей ОАО «АвтоВАЗ», а также других российских промышленных предприятий. Есть опыт лучших передовых российских вузов. В чем-то он где-то перекликается даже с советским вузом, советским прошлым, когда у нас были отраслевые лаборатории. Сейчас мы выстраиваем систему, при которой создаются центры коммерциализации. Задача их взаимодействовать с предприятиями и знать все потребности предприятия, иметь информацию о разработках в вузе и стыковать вот эти моменты. Еще один важный вопрос – участие объединенного вуза в реализации целевых федеральных программ по финансированию научно-технических разработок, а также подготовки и переподготовки кадров. Я представляю вуз, который был и открыт, и свое предназначение идет в том, чтобы развивать именно фундаментальную науку. Наши фундаментальные, скажем, разработки и тот инжиниринг, блестящим представителем которого является вот Самарский государственный аэрокосмический университет, могли бы действительно довести до производства те мысли, находки наших ученых через конкретные устройства. Эксперты Союза машиностроителей России уверены, такая работа будет востребована. Потому что у АвтоВАЗа тоже на первом месте стоит вопрос, это импортозамещение, локализация, чтобы все это было и в Самарской области, и, соответственно, в России. В итоге участники конференции, организованные Самарским рекотделением Союза машиностроителей России, предложили создать постоянно действующую рабочую группу из представителей СамГУ, СГАУ и АвтоВАЗа для выработки конкретных предложений по внедрению технических и научных разработок в производство. Эта же группа будет определять необходимость дополнительных программ подготовки и переподготовки кадров.